Сегодня 25 июня 2022 года. И сегодня мы будем с вами разговаривать про аэрацию корней. Орхидей, которые уже давно посажены в субстрат. Год, два, возможно, даже три. Сегодня героиня нашего видеоролика – вчерашняя мамашка, которую мы освободили вчера от деточки. Здесь вот мы обрабатывали цветонос садовым варом. Он, знаете, он даже до сих пор не подсох, ну надо же. Ну ничего, подсохнет. Так вот, что вчера мы увидели в корнях этой орхидеи? Ну давайте посмотрим, во-первых, на ботву, на листву этой орхидеи. После зимы у этой орхидейки очень плачевно выглядели листья. Сейчас они немножко получше выглядят, но и не стопроцентно они напитаны. Видно, да, вот такая жухлость есть. Вот у нижних двух листов с одной стороны. А вот эти листики нижние с другой стороны вообще вот два закручиваются. Вообще у меня вот этот вот более-менее, и то не факт. А вот этот вот закручивается. Я не знаю почему. Или потому что ему вот цветонос в свое время мешало развиваться. Или что? В общем, короче, эта орхидейка показывает некую жухлость нижних пар листьев. Вот именно двух. С одной стороны и двух с другой стороны. Верхние листики хорошие достаточно. Я могу это связать с тем, что была детка. Она была взрослая, она тянула соки. И орхидейка еще к тому же цвела. Цвела она с бокового ответвления на цветоносе. Это домашнее цветение было. Ну и вот как-то, может быть, это тоже сыграло свою роль. Но она растит, смотрите, корни хорошие от шеи. Вот это старый корешок, но он живой. Он просто очень старый, и он такой закукленный. Архаманы говорят, закукленный, когда корешок рос-рос. Вот у него был такой вот кончик зелененький, а потом бац, и зелененького кончика нет. То есть корешок перестал расти, но он живой, он орхидею питает. Все хорошо. Она опрыскивается день через день. Поливается, как все орхидеи. Вот здесь вот... Что у нас там? У нас там что-то растет, что ли? Да, у нас там корешки, походу, растут. И вот такое ощущение, что вот... Вот смотрите, вот здесь вот есть корешки. Корешки показать, сейчас покажу. Вот они. И они не могут лист пробить. Вот этот вот. Как раз таки, пожухлый. Что я думаю? Возможно, это, ну вот этот вот листик точно старый, нижний, он держится, он пробит корнями, чем он только не пробит, он там пробит в нескольких местах, но он не желтеет, он прекрасно себя чувствует, ну, немножко вяленький, ну не знаю, не знаю. Я пересадила эту орхидею в марте 2022 года. Эта орхидея у меня где-то примерно года два. Но не записала, когда купила. Поэтому, что я хочу еще показать? Я хочу показать, а что у нее, собственно, с марта 2021 года. То есть это год и три месяца. Что у нее в грунте с корнями? Сейчас я ее из кашпо выну и покажу. Что мы имеем? А имеем мы, друзья... Ничего не видно. Вот что мы имеем. У орхидеи чуть больше половины горшка заросло зелеными водорослями. Это не страшно. Орхидеи с ними там соседствуют, живут как-то. У них там некий симбиоз приключается. А вот в верхней части горшка субстрат сухой. То есть там, где растут водоросли, а растут они во влажной теплой среде, я предполагаю, что корням, вот, кстати, корешки видно, хорошо, там влажно, тепло, мокро и, возможно, даже слишком влажно. Но я вот не вижу, тут вообще ничего не видно. Так, ну-ка, посмотрим с другой стороны. Солнышко такое у нас сегодня радостное, погода веселая летняя. Здесь тоже зеленые водоросли, корни я вижу. Я не вижу, чтобы эти корни были гнилые, хотя тут вообще относительно того, что вижу, не вижу, вообще все непонятно. Ибо зеленых водорослей много. А верхняя часть, вот смотрите, четкая граница. Где-то чуть больше половины водорослей растут, а сверху нет. А почему? А там не влажно. Вообще задача любой посадки сделать
эту посадку равномерно влагоемкой, чтобы равномерно корни могли питаться и внизу горшка, и наверху. А у нас, ну, по крайней мере, у меня, в горшках получается следующая картинка. Внизу всегда влагоемко, наверху всегда сухо. Как поливать? И я сегодня решила сделать аэрацию корней этой орхидеи, не пересаживая ее. Зачем ее пересаживать? Она прекрасно себя чувствует, у нее растут корешули. Ой, солнышко какое! Хороший субстрат, ему всего год. Она еще год в нем может посидеть без проблем. Поэтому мы сегодня будем делать аэрацию орхидеи, которая посажена в субстрат давно, год-два. Ну, обычно раз в 3 года орхидейку пересаживают. Хотя у меня есть орхидейки, которые живут больше, чем 3 года. И эту орхидейку я вам тоже покажу. Там такой монстрик. Ну, приступим. Что я сделаю? У меня специально для этих целей прикуплен, не поверите, паяльник. Русский народный паяльник какой-то фирмы, не знаю какой. Я его за 305 рублей купила. Он прекрасный, он меня устраивает, красивый. Я люблю, когда все красивое и яркое. И сейчас мы этим паяльником вот именно на высоту растущих водорослей и будем делать дырочки. Прям вот существующий горшок. Аккуратненько смотрим, чтобы не было корешков, и прожигаем дырочки. Кстати, смотрите, корешки внутри субстрате растут. Вот корешок. По большому счету корни есть, а листики жухлые. Скорее всего, листикам не хватает питания, либо причина – жрала ее детка, и ей не хватало, еще и цветонос был к тому же ко всему. Либо вторая причина – корней в субстрате не хватает, то есть там есть, скорее всего, гнилые корни, что я тоже не исключаю, в силу того, что вот этот субстрат достаточно влажный был долгое время, раз там водоросли наросли с такой радостью и с таким обилием. Поэтому сейчас в качестве аэрации на дно горшка я не кладу керамзит, как вот в этой посадке, который год, даже больше, а укладываю кокосовое волокно, которое создает мне аэрацию корней снизу. И сейчас я делаю сложные субстраты, хотя здесь тоже субстрат такой, в общем-то, не из простых. Ну вот, как-то так. Я сейчас посмотрела, у меня есть в коллекции орхидеи, которые посажены даже больше, чем год. 2 года назад точно так же, но орхидейка мощная, корней много, и у нее весь субстрат равномерно просыхает. Я не знаю, с чем это связано, скорее всего, с сортом орхидеи. Есть орхидейки, которые просто наращивают очень крупную корневую систему, и им хватает выпить эту водичку, которую я поливаю, с той частотой, которую я поливаю, и субстрат при этом просыхает, успевает. Что у меня получилось? Я сделала множество отверстий, прям увлеклась этим занятием, паяльником, именно на высоту как раз-таки зеленых водорослей. И теперь субстрат в этом месте будет вот на такую высоту, это получается где-то чуть больше половины, аэрироваться. Я его сейчас просушу, хотя вы знаете, я вот так хорошенечко там посмотрела, он и не мокрый. Он вот сухой. Как же его показать-то? И корешки там есть. Немного, но есть. Ну, так, что прям оплетали горшок. Такого, конечно, я не наблюдаю. Поэтому посмотрим сейчас. Понаблюдаем за ней. И в ближайшее время я обработаю горшочек от этих водорослей. Обязательно сниму видео. Сейчас я помою горшок. Видите, вот эти водоросли, моментально, я мою его через день, моментально вот он покрывается вот этими вот зелеными водорослями, то есть они там размножаются, в принципе, до поры до времени это не страшно.
Но если водорослей будет слишком много, то это не есть хорошо. Поэтому я сейчас помою кашпо, помою ножки у горшочка и поставлю вот так пока, чтобы она просыхала, орхидейка. А потом мы с вами вместе ее дня через два, я думаю, три, обработаем от вот этих вот зеленых водорослей. Вот такое сегодня короткое видео про нашу мамашу. Thank you.